Всем привет, друзья. Я решил небольшой обход произвести по всем точкам. В итоге пришел на одну из точек, смотрю, вот аппарат застопорили. Вот сюда вот что-то напихали. Сейчас будем все это смотреть, что сделали. Вроде как все остальные работают. Вот сейчас посмотрим, что вот с этим сделали. Походу застряли деньги, поэтому не крутилось. Ну да, походу в этом и была проблема. Так, ну сейчас второй разобрали. Ну, сейчас прочистим, и все заработает. Так, на следующей точке. Опа. Вот так вот покрутил. В итоге выпала жвачка. Так, ну, со всеми все нормально. Кто-то забыл 10 рублей. В общем, посмотрели мы три точки. Сейчас на последнюю поедем. Вот чем мне нравится летом осматривать автоматы. То, что на велик сел и поехал. Друзья, совершили мы обход всех своих аппаратов. В итоге, как вы видели, вроде как все более-менее нормально. Правда, на одну из точек вообще два монетоприемника забили, один из них вообще забился самими десятками, в итоге не давало прокручивать. Вот эти две, сколько там, четыре десятки друг с другом там слиплись, не давали прокручивать, почистили, в итоге сейчас все заработало. В одном две бумажки сложили, положили, тоже застопорили немного, почистили, все нормально работает. На другой точке вообще 10 рублей закинули в 40-рублевый монетоприемник, видимо, не получилось им достать, хотя можно было. Вот, но тем не менее, нам в копилку плюс 10 рублей. Вот, такие обходы, если часто совершать, достаточно много люди закидывают туда просто 10 рублей, хотя они читают инструкцию, там нужно будет, ну, разные монетоприемники, бывают некоторые по 2 десятика нужно ложить, как вот у меня практически все монетоприемники на 40 рублей, там по 20 рублей одновременно ложится. Вот, но люди не умеют читать, не хотят читать, в итоге потом уже, когда видят то, что деньги не прокручиваются, начинают читать инструкцию, и в итоге выясняется, что они неправильно закидывали. Вот, ну а мы сейчас что делаем? Совершили обход за 30 минут, наверное, зимой бы это вообще бы минут, ну, часа полтора бы даже заняло бы, так как пешком все время хожу, у меня нету машины, вот, а летом, к примеру, вон на велик сажусь, катаюсь, вот сейчас как раз у нас снег растаял, сейчас у нас середина апреля, хотя какая середина, сейчас у нас 20 апреля, вот, снег растаял, ну, как вы вот уже видите, уже нету снега. Вот сейчас будем кататься, отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.